Следующую библиотеку добавим, очень классно, я с ней еще познакомился, когда работал с Вактайль. Это библиотека авторизации. Иными словами, можно самому написать все эти формы, и плюс авторизация через социальные сети, а можно воспользоваться этой библиотекой. Да? Она прекрасная библиотека, очень ее хорошо поддерживают, она, ну, классная вещь. Поэтому, в принципе, мы выберем вот этот вариант, он менее затратный по времени. Нам надо Джангалал. Ну, здесь все просто. Открываем наш файл настроек settings, видим, что обязательно здесь request, да он и так по умолчанию у нас есть, проверяем. Стоит, да, request у нас, потому что это запрос, контекстный процессор, он везде используется, поэтому понятно. Далее, для примера, аутентификация, иными словами, где будут сохраняться бэкэнды. Почему? Отматываем. Так. Наверное, мы разместим вот здесь. В принципе, контекст процессор, наверное, вот здесь разместим, пусть оно тут будет под верх. Аутентификация. Так. Так, Markdown по ходу поставим. Стоп, стоп. Сразу, чтобы было где смотреть. Далее смотрим. Обязательно настрой, который у нас нет. Django Contrib Sites. Почему? Пока. Стоп. Комментируем. Вообще, Django Contrib Sites, это я рекомендую вообще ее ставить всегда. Обязательно. Она вам пригодится. По сути дела, зачем это нужно? Для того, чтобы корректно отслеживать данные, статистику, все прочее, многие библиотеки используют Django Contrib Sites. То есть, иными словами, чтобы четко отслеживать по URL, по ID, по там, каким браузерам. Многие библиотеки используют. Это прекрасная библиотека, поэтому, по сути дела, ставите. И здесь вот смотрите, вот здесь четко прописано. То есть аутентификация, сообщение, Contrib Sites, и после нее ставится отлаух. Да? Мы так и поступим. Вот сюда поставим мы. В принципе, статика нам здесь не так важна. Ну, в общем, мы можем потом вот и тут поставить отлаух после статики. Теперь для того, чтобы работал этот пакет Django Contrib Sites, надо установить сайта ID.
У меня как-то привычка вошло, что сайт ID оставили после install it up сразу, да? ID сайта. Присвоив значение 1 или 2. После этого давайте запустим миграции. Так, что у нас маленькими? Нет. Ранее в уроках я показывал, поэтому напоминаю, что я пользуюсь алиасами. Полностью команду Python Manager Py Mac Immigration я не набираю. У меня алиас ma. Ми. Вот добавились таблицы. Статика ST. Теперь запустим сервер. Блин. Порт уже запущен, да. Прошу прощения. Заходим в админку. У нас появилась таблица sites. Мы на данный момент мы меняем на этот сайт. Когда будет на боевом сервере, вот здесь будет имя сайта. Без HTTP и без www. Для которого будет считаться все, что там нужно. Многие библиотеки эту библиотеку требуют. Поэтому вообще я рекомендую ее ставить сразу при начале любого проекта. Она вам не помешает. Все, можно идти дальше. После этого здесь сразу мы видим сайт ID мы настроили. Да, это не относится к Калау. Ну, дальше социальные провайдеры. Самих социальных провайдеров нам столько много не надо, но вам может надо. И патч прописать. И дальше запустить миграции. И дальше объясняется, да? Providers, а это уже дальше будем делать. Поэтому ну, мы сделаем все чуть-чуть короче. Теперь мы можем... Я добавлю, а вы добавите за мной, потому что я это уже проделал, а по ходу будем делать, да? То есть добавляем мы 4 сейчас. Ой, что мы сейчас добавляем? Вот тут поставим. Мы добавим саму allow. Allow аккаунт. На будущее социальные аккаунты и добавим Google и GitHub. Вы захотите потом по этому принципу добавить еще кучу разной фигни, грубо говоря. Ну, разных сайтов. Это перенесем сюда. Так. Ага, все правильно. Теперь нам надо запустить миграцию, он говорит. Вот нам предупреждает. То есть мы сейчас Mac Immigration не запускаем. Мы запускаем просто миграции. Все нормально. Проверим статику. Ноль. Вот теперь можете проверить, все будет работать. Можно... То есть все нормально. Обновим. А мы там комментировали настройку одну. Правильно? Комментировали. И где она, наша закомментированная настройка?
Секунду. Вот она. Раскомментируем. Где сохранять бэкэнд сам? Понятно. Перезапустим сервер. Откроем. Так что там много всего. Чтобы быстренько найти. Так. У нас появились e-mail адреса, социальные аккаунты, все потом будем использовать, социальные токены. Ну, в общем, появились еще, да, Django Allow, хорошее приложение. Смотрим, все ли мы сделали. Нет, не все. Сейчас нам надо добавить социальные провайдеры. Так. Берем, идем в Django Allow. Где мы ее сохранили? Вот она у нас. Добавим поле. Потом разберемся позже, да? Сейчас не будет работать, но мы закомментируем. Дальше смотрим. Аккаунты, да, создание аккаунтов тоже. Без разницы, где, видите, точки внизу, точки вверху, грубо говоря, где хочешь. Но лучше всего после админки. Открываем URL, вот после админочки. Стоп. Стоп, стоп, стоп. Да нет, по-моему, не имеет значения. Так, include. Просит импортировать. Нет проблем. Вот оно появилось. То есть нам он понадобится. Ребят, а сейчас вот что сделайте. Просто вставьте вот этот код, а объяснять будем потом. Я вас просто попрошу это сделать. Мы с вами потом добавим еще кучу разных фишек. Иными словами, это чтобы не забыть. Просто берем вот это все и комментируем. Пусть будет, чтобы на глаза попадалось. Потом можно забыть, честное слово. Чтоб у нас было сброс пароля, ну и всякая разная ерунда еще, которая, в принципе, может кому-то пригодиться. Вот это все пока убираем, да? Почему? Потому что это мы будем в другом приложении, когда будет создаваться приложение для юзеров, то есть вход, выход, сброс пароля, далее, ну и другие все вещи. Они нам пригодятся. А аккаунты, ссылку, мы сейчас можем смело оставить, потому что оно нам никуда не мешает. Итак, еще раз проверяем. В install, да, у нас получается. В install, да. Так, смотрим. Template, request у нас и так есть. Аутентификацию мы добавили. Есть. Далее. Это InstallTabs мы добавили. Allow, аккаунт, социальный аккаунт и дальше пару провайдеров. Все, это у нас есть. Далее. До этого мы установили Django Contrib Sites. Дальше. Социальные провайдеры настройку
тоже пока сделали, если будет мешать, мы ее уберем пока. Пока не мешает. И URL добавили. Что-то там выделываешься. Ну-ка, давай перезапустим. Ты нам будешь... Что ты нам хочешь сказать? Ага, это с прошлого раза. Есть. Миграции запустили. Все остальное по ходу будем разбираться, когда будем писать уже само представление. Конфигурации здесь куча. В общем, здесь прекрасная библиотека, все уже продумано. Templates. То есть все просто, простыми действиями. Ну, разберемся, когда уже будем писать конкретно. Пропишем все, поэтому поймете. Все, пока. Пока вроде бы все. Проверяем. После каждого библиотеки проверяем, что обновляем. Проверяем наш сайт. Все работает отлично. Все супер. Я люблю приводить сразу настройки в порядок. Это правильно. А уже другие библиотеки, по ходу, которые понадобятся, будем ставить.